бывает никак, да все идет не так. Вот все не так. Здорово, Костян. Иди в задницу. Такие дни главное – не сдаваться. Костян, ты чё? Отвали, или я тебе нос сломаю. За что? А то, что ты целовался с моей девушкой, это не причина. Не переживай. Теперь у тебя есть я. Макс? Костян, да это вообще недоразумение было. Я вчера весь день втыкал, спать хотел. Кстати, технически она пока не твоя девушка. Это вообще косяк какой-то. Между прочим, между нами ничего нет. Ну чего, у вас прям все серьезно? Да. Вы вчера даже поцеловались. Это было так романтично. Не переживай. Теперь у тебя есть я. I'll kiss you. Show me tiger. Представляешь, какие у нас дети красивые будут? Костян, да я тебе зуб даю, ничего не было. Угу. А что было? Не переживай. Теперь у тебя есть я. Ой. Извини. Да ничего. Ну? Ну? Все? Костян. Привет, Настя. Ну, мне не веришь, у нее спроси. Привет, любимый. Настя, подожди. Мне сейчас некогда, мы с тобой потом поговорим, ладно? Чмоки-чмоки. Это вообще дебилизм какой-то. Костян. Костян, ну, подожди, я тебе докажу, ну стой. Кунсткамера, начнем собрание. Вчера предводитель инвалидов разморозил 5 килограммов трески. Значит, мы должны ее сегодня продать. Всем ясно? Саша, зайди сюда. Да, шеф. Скажи своим, что сегодня продаем треску. На каждое блюдо из нее скидка 20%. Понятно. Иди. Продолжаем собрание. Давай, сходи. Ой, Максим, это так романтично. Среди овощей, как в саду. Настя, послушай. Ой, подожди. Что ты делаешь? Но у нас же свидание. Нет, Настя, у нас не свидание. Ты вчера все не так поняла. Мы с тобой не встречаемся. Я не твой парень, а ты не моя девушка. Ты что, меня бросаешь? Нет, я тебя не бросаю. Да и шуточки у тебя, дурачок. Это не шутки, Настя. Я тебя не бросаю, потому что мы не встречались. Между нами ничего не было. Как-то ничего. А поцелуй? А наши дети? Какие дети? Красивые. Слушай, ну если тебе так будет понятней, да, я тебя бросаю. Все? Ко мне нет претензий? Все. Я работать пошел. Все, собрание окончено. За работу. Давай, давай. Доброе утро, шеф. О, Агузов, вот чего тебе не занимать, так это постоянство. Ты постоянно меня бесишь. Ну, какого ты опять опоздал? А мне Айнуру форму не выдала. Че? Да не ты, другая Айнура. Склад-то, Костя, мне, где же ты, Денечка, был вчера по-турдурному? Я, кажется, тоже понимаю киргизский. Он на складе с Костей шинковался. Луи, принимай парня в клуб. Ты так же хреново шутишь, как и готовишь. Не понял. А это привычное состояние для твоего мозга. Сень, а? Мне сейчас показалось, или он сказал, что я хреново готовлю? Тебе показалось. Может, ты хочешь сказать, что ты лучше готовишь? Ну уж не хуже.
Спорим? Спорим. Итак, ставим и записываемся. Сейчас Федя и Аппендикс будут готовить по одному блюду. А шеф попробует и определит, кто из них победил. Выбираем главный продукт для блюда. Тебе конец. Я готовил всю рыбу, которая плавает в океане. Спасибо. 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 Благодарен. Спасибо. 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 Палам 500 рублей займи для ставки. Конечно. Спасибо. Я тут подумал, я тоже играю. А судить будет кто-нибудь из зала. Шеф, я вас не подведу. То есть, я все сделал, чтобы вы... То есть мы выиграли. Угу. Шеф, вы же не будете ему помогать? Ну, чтобы больше делать нечего. А еще маленький круассан. Телятину с белыми грибами и тимьяном. А пить мы будем... Бордо. Шато Ситро. А на десерт будете что-нибудь? Может, тирамису? Нет, давайте клафути. Настя, что случилось? Настя, что случилось? Я Максим бросил. Вот урод. Он меня использовал и бросил. Знаете, как это неприятно. Представляю. Так, иди отдохни, успокойся, умойся. И возвращайся в работу. Мне ваши мексиканские страсти не нужны. Иди, Артем. Да, сейчас. Лавров, тебе! Мама. Кто? Мама? А откуда она знает этот номер? Алло, мама? Да, мама, я твоя мама. Будешь готовить форель с овощным жульеном. Для начала выпотроши рыбу, удали хребет и положи филе в холодильник. Понял, мамуля? Чего? Да я тебе попозже перезвоню, а то некогда. Целую тебя, пока. Мама из Воронежа. Ну да. Соус добавь копченую рыбу, шампиньоны и сыр. Сень, ты давно почки проезжал? Да ладно. Мы всего один раз поцеловались. Ничего серьезного. Да не расстраивайся ты. Знаешь, сколько мужиков тебя еще кинет? Что, из-за каждого убиваться, что ли? Меня опять кинут. Слышь, Агузок, сходи в бар, принеси коньяк. Я для идиотов тут название написал. Фаршируй рыбу жульеном с лимоном и ставь ее в духовку на 15 минут. В бар сходи для отвода глаз. Тебе нужно просто ему отомстить. Будет легче, слышишь?
Точно. Я покончу с собой. В предсмертной записке напишу, что это из-за него. Посмотрю я на него тогда. Не посмотришь. А? Слишком слабое наказание, понимаешь? Переспи с его другом. Переспать? С Костей? Да, с Костей. Так ему будет еще хуже. Ты имеешь в виду переспать? Или переспать? Я имею в виду переспать. И поверь, это лучший вариант. Действуй давай. Ладно. Макс, иди сюда. Ну, во-первых, привет. Значит так, слушай сюда внимательно, говорю один раз. Если ты еще хоть раз тронешь кого-то из моих официанток, тебе вот этот баклажан засунут сам знаешь куда. Вик, да что с тобой? Со мной все хорошо. А вот Настя рыдает целый день. Слушай, да у меня вообще с ней ничего не было. Вот инвалид, не посолил. Ну, во-первых, я все видела. А во-вторых, мне все равно, что и с кем у тебя было. Я тебя предупредила. Сень. М? Тебе что, заняться нечем? Молодец. Ну, Настя устроила тут. Так, осталось посолить. И добавить сливок. Костя, привет. Привет. Ты занят? Нет, да. Нет, я нет. Тогда пойдем. Подожди. Ты хочешь, чтобы мы с тобой... Ты не хочешь? Да, да нет, конечно. В смысле... Хочу. Итак, дамы и господа, мы готовы подвести итоги. На всякий случай. Вот, Виктория Сергеевна, два блюда. Попробуйте и скажите, кто из поваров с делом справился лучше. Мне понравилось вот это. А эту рыбу я бы вообще никому не посоветовала. Да! Поздравляю, Гуза. Ты победил! Сеня, тащи мои деньги. Как? А разве это... Спасибо, Виктория Сергеевна, спасибо. Можете ползти обратно в свой террариум. Ну-ка. Моя женщина, как же вкусно. Шеф, а ну-ка дайте попробовать, что там гениального. Погоди, я еще сам не распробовал. Я думаю, тебе надо попробовать. Триумфатор, этот шедевр. Да? Да? Очень вкусно. Вкусно, да? Давай. Я вообще думаю, что тебе надо все это доесть самому. Как победителю. Давай всю рыбу в рот. Какая вкусная. Видишь, она... Начиночка, вот ты маленький мой.
все. Тут нам, кажется, никто не помешает. Ну да. Кость, подожди. Я так не могу. Кость, прости, я хотела тебя использовать, чтобы отомстить Максиму. А он вообще заслуживает, знаешь? И я не против преподать ему урок. Ой, Кость, нет, не могу принять от тебя такой жертвы. А давай просто всем скажем, что у нас все было. А на самом деле ничего не будет? Нет. Ну, давай. Кость, такой классный. Ой, все, у меня, наверное, уже заказ готов. Пойду. Саш, я это... Все. Отомстила. Что, прямо здесь в ресторане? Ну да, а что тянуть? Да ладно, и как он, Костя? Хорошо. Хорошо? Угу. Хорошо, и все? Понятно, значит, не очень. Как это не очень? Он знаешь, как очень? Он даже, я бы сказала, супер, и там... Что, правда? А где? Где? Да везде. И в туалете сначала, потом в подсобке, на складе с овощами. В раздевалке еще хотели, но там народ было много. Я прям не знала, что он такой сексуальный гигант. Федька, а ты что такой грустный? Ах, да, я же тебя сегодня уделал. Только ты не валяйся, Федь. Для тебя на кухне найдется работенка. Будешь картошку чистить. Всем внимание! Сегодня огузок сильно поднялся в моих глазах. Теперь это не огузок, а гузище. Короче говоря, все заказы по рыбе сегодня выполняет он. За работу. Есть, шеф! Шеф, вы что? Лёва, скажи официантам, что с каждого заказа на треску 10% им на чай. Пусть салага поработает. А мне что делать? Никогда не думал, что такое скажу. Ничего. Сиди, жди. Сегодня очень хвалит треску Аманди. Я очень советую вам треску а-ля Флорентин. Советую вам попробовать буйобес из трески. Две трески а-ля Флорентин для семейки Адамсов за четвертым столом. Максим, две трески а-ля Флорентин. Да, шеф. Треска Амандина и еще одна треска буржуа. Максим, треска Амандина и буржуа. Я же уже взял два блюда. Ой, не знаю, Федя как-то справлялся. Два буйобеса. Максим, буйобес два раза. Максим, нам надо поговорить. Я хочу, чтобы ты знал, что я тебя уже забыла. И, кстати, я переспала с Костей. Переспала с Костей? Я понимаю, тебе больно. Но мне тоже было больно, когда ты меня бросил. Так что и извини. И прощай. Костян, красавчик. Где моя треска? Огузок, ты скоро? Шеф,
Я не успеваю, мне помощь нужна. Помощь? Ну так пойди и попроси. Костя, два шабли налей, пожалуйста. Ага. Ну что, ты сказала Максу? Сказала. Ну и что он? Расплакался. Мне даже его жалко стало. Как же вы теперь с ним будете общаться? Ты, главное, не переживай. Я разберусь, он мужчина, он поймет. Кость, ты только никому не говори, что мы это выдумали, ладно? Понятное дело, ну. Слушай, может, мы с тобой повстречаемся, а? Нет, для правдоподобности. Там в кино, я не знаю, сходим. А, ну давай. Так точно никто не догадается. Слушай, Федь, извини, я зря себя так вел. Помоги с заказами, а? Че? Извини, говорю, помоги с заказами. Коллеги, можно потише чуть-чуть, пожалуйста? Мне тут человек что-то важное сказать хочет, а вы шумите. Федя, извини, ты прекрасный повар, а я нет. Помоги мне, пожалуйста, с заказами. Понятно. Ну, не верю. Ну, искренности не хватает. Давай еще разок. Да пошел ты. Ладно, аппендикс. Подвинься давай. Нужно расслабиться. Вдох. Выдох. И запомнить. Запара не на кухне. За пара в голове. Молодец, не торопись. Когда у тебя все идет не так. Но прелесть в том, что такие дни всегда заканчиваются. Кому-то этот день принес что-то новое. Для кого-то все остается по-старому. Привет. Семь тысяч на Спартак. Кто-то рад этому дню. А я счастлив, что он закончился.